Приоритетные направления в социальной политике региона ⁇ демография, патриотизм, информационная безопасность, некоммерческий сектор. Что конкретно делается в области для развития этих направлений? и где есть проблемы. На эту тему беседуем с председателем профильного комитета администрации региона Еленой Яниной. Есть что сказать? Не оставайтесь в стороне. Звоните, пишите. Телефоны вы можете видеть на своих экранах. Также активны наши аккаунты в социальных сетях. Оставляйте ваши комментарии. Не пропустите прямой эфир на шестом канале сегодня вечером сразу после выпуска вечерних новостей.